Всем привет! Ух, ну что, снова я сегодня на кейс батле. Снова я закинул 200 с промокодом. Вчера там бесплатного кейса мне там что-то выпало. Записываю сегодня выпуск поздно, чтобы специально покрутить бесплатный кейс на видосик. И посмотрим, что из него выпадет. Вот. Ну а пока что я хочу напомнить, что сейчас у меня на канале проходит воскресный розыгрыш, еженедельный воскресный розыгрыш, и все условия в описании, короче, под видосом. Все, там что-то хотел сказать умное, да не получилось. В общем, все условия можете прочитать в описании под видосом. Так, я вот что думаю, может быть, проверить сейчас мне амонгов сперва. У меня есть 4 амонга, потому что здесь я смогу только раз, два, три. А нет, я здесь, в принципе, тоже смогу 4 открыть, да? 120, потом вот еще 120, еще я открою 80, это 100, и за 70, а нет, не хватит, да, так, 170, и чутка мне не хватит, но если я продам ту беду, то мне хватит, то есть 1, 2, 3, 4 я могу открыть запросто, еще останется. Так, ладно, да, давай мы сегодня с амонгов, народу в онлайне вон сколько, черт узнает, как он даст. С амонгов пооткрываем. Ну, тут, похоже, не. Зеленый что-то ты прям вообще. Что-то. Зеленый что-то вообще прям. Ой, этот, по-моему,-то. Че? Дикая моль столько стоит. Ну, пока красный так топит. Ни хрена себе, сколько стоит дикая моль. Если я такую херню статрековскую хотел выбить, вот тебе и выбил. Надьте. Распишитесь, получите, как говорится, да? Распишитесь и получите. Распишитесь. Бог червей. Так, и что у меня по бабкам? 241. Ничего себе, я поднял бабла. А как поднять бабла? Азино, три топора. Так, мы тогда не можем без внимания оставить тебя. Посмотрим, что ты нам дашь. Симфолийская птица. 149. Ну, хорошо. Хорошо, хорошо. Так, значит, продаем мы тебя. Так, давай тогда, что, помучаем богов? Ну, давай посмотрим. Начнем с Зевса. Начнем с Зевса. Как что дальше ляжет? Охереть, меня первый раз окупил Зевс. И то только на 24 копейки. 24 копейки окуп. Ору вообще. Ору прям. Вот это да, вот это лютый просто окуп. 24 копейки. Обалдеть. Так, что тут? Ну давай, Посейдон, тебя. Царь морей и океанов. Бульдозер. Ничего себе. Бульдозер. Не, он дает, кстати. Он, кстати, дает. Он дает. Только как долго это будет продолжаться? Ну и обязательно открыть надо Одина. Одина открыть и посмотреть, что с Одина попадет. Директива. Ну как бы 8 рублей. Ладно, мы тебя продаем. Так, окей, давай мы тогда смотри. Что? Я же хотел Крида открыть. Вот я сейчас еще раз. Я сейчас открою Крида. Посмотрим, что Крид-то дает. Что может дать. Что такое 38? Галиль. У него красивая такая штука, но это не то, что я хотел. Это не то, что я хотел. Так, ну-ка давай мы еще хавка. Хавка откроем. Откроем хавка, потом хавок. Ты что, издеваешься, сука? Ты мне, по-моему, вчера это говно давал. Вот тварь. Ладно, давай мы тогда снова по амонгам пройдемся, посмотрим. Что выпадет с амонгов? Смокинг.
Ну, почти, да? Королевская. Какие-то новые скины падают, которые еще вообще ни разу не падали. Что-то интересное, да? Не из... Ладно, ладно. И желтенький. Желтенький. Цыпа-цыпа-цыпанька. Че дашь? Бог черви, соточка, да? Нормально, нормально. Так, ладно. Окей. Так, 280 мы свалились, да? Так, нам сколько? 44. Мне надо что-нибудь такое, чтобы... Чтобы... Ну, давай мы тебя продаем. Давай мы снова летим, снова Амонги. Смотрим, что ты даешь, да? Ну, как бы такое себе, да? Ну-ка, давай еще разок попробуем тебя. Как бы окупает, но не сильно. Это меньше, это меньше. Это меньше. Так, ладно, ладно. А, ладно, ладно, ладно. Так, давай мы тогда снова. Только вот уже желтый. В обратную последовательность, короче, пойдем. Посмотрим, что да как. Жертвенность. Что? 9 рублей? Королеву что, не мог? До королевы не мог дотянуть или на кровавом спорте остановиться? Желтый, ты какой-то сегодня вообще прям... Какой-то прям розовый ты сегодня. Вообще какой-то ты розовый сегодня. Подожди, что происходит с ними? Что, все я просрал, да, свою эту, как там, удачу, фортуну, или как, что там у меня было? Мазохист. А, малахит. Мазохист, ептать. Ну да, что-то прям как-то это... Не весело, не весело. Капилляры. 26. Прям совсем не весело. Так, контракты. Что мы попробуем сделать? Тебя, тебя и тебя. Давай вот так мы посмотрим, что получится. 41. А вот погодюка за 41. Так, а сколько было? Сколько было-то там? Ну-ка. Сколько я вкинул, что-то я это. Контракты. А как посмотреть-то, что-то я это. Продать, использовать. А, вот. А, 52 было, я на 41 выбил, да? Охренеть. Так, у меня есть еще 28 апгрейды, да? И апгрейды. Так, ну... Блин, я не знаю даже, что. Так, давай мы тогда сейчас откроем 2-2-2-2-2-2 вот этих. Как раз на 2 хватает. У меня будет 5. И попробовать... Охренеть, да? Ну все, он, похоже, на меня обиделся, расстроился. Сказал, ты, говорит, сильно наглый. Говорит, ты сильно наглый, поэтому, хер тебе. Хер тебе. Так, ладно, нет, я все равно это продаю. Да меня не устраивает просто такой результат. Я это продаю, и снова я лезу к богам. Снова лезу к богам, смотрим, что отсюда можно... Вытащить опять ястреб. Что за цены вообще такие, да? Так, а сколько у меня? 158. Угу. Так, можно открыть Посейдон и Аид. Так, ну ладно, ты хоть окупил, конечно. Так, Посейдон и... А, Аид мне, по-моему... Забородил. Ну, давай посмотрим, что. Аид, что же ты дашь? Воздушный шлюз. Нормально, нормально. Нормально, дал Аид так. Так, давай мы это продаем. Продаем. Так, папам. 293. Мне чутка не хватает, что... А, нет, вот если по амонгам пройтись снова, то... Ну, давай еще Зевса откроем, посмотрим, как...
Как чё даст Зевс еще разок? 38. Нет, Зевс не хочет никак давать вообще. Никак. Так, давай тогда снова Амонги. Амонги. И, наверное, апгрейды попробуем тоже. Майн. И попробуем апгрейды, наверное, еще, да? Плотоядный. Вообще, как бы вот... Я знаю, что нормальные скинчики, они вот там рядышком прям так вот остаются, пролетают и ручкой машут. Нага, тоже шля... Нет, это что-то... Ну, это как бы прикольнее, да? То есть, вот нага. Сколько? 158. Так, а мне надо, чтобы... Чтобы вот так вот все продать. 182, да? Нет, я тебя крутану, однозначно крутану. Посмотрим, что. Посмотрим, что и как. 136, ладно. Так, ладно, окей. Так, тогда на вот эти вот мы откроем два Одина. Откроем два Одина. Посмотрим, что. Карамель это фуфел. А, нет, карамель. Нормалды. Как говорят, нормалды, да? А это фуфел, да? Это фуфел. Так, тебя мы, оп. Нет, тебя мы продадим только вот 20, ну, тебя и тебя. Если что, вот это, короче, если что, я заберу, чтобы вообще как бы не с пустыми руками отсюда. А, вот теперь я могу три Одина открыть. Ну, давай три Одина откроем. Только давай быстро откроем. Раз. Два. Три. Директива 38. Так, продаем и снова открываем Одина. Так. Раз. Два. Три, да? И снова открываем Одина. Снова на три хватит. Окей, давай. Раз. Два. И три. Ну, тут как бы ты мне... Пять бороды, да? То есть... Писю к носу, короче. Блин, а тут вообще капец, прикинь, 70 копеек не хватает. Охренеть. Так, Один. Так, Один. А, ну мы можем открыть Один и Посейдон. Вот так вот мы и сделаем Один и Посейдон. Давай откроем и Посейдон. Тоже быстро. Синяя фанера. Так, давай тогда в апгрейды. А, ну вы тут и так по цене стоите, да, у меня? Пятнашку. Пятнашку мы сейчас попробуем на... Ну, давай. На 150 заюзать. Ну, вот пусть будет бульдозер. Посмотрим. Ну, как бы он что-то давал, но перестал. Перестал давать. Так, а теперь тебя мы... Давай на 400 посмотрим. А вот эту я заберу, короче, первобытный саблезуб. То есть я его заберу, шелкунчик. Шелкунчик, 400, 100 трек. Давай вот тебя ровно 400, вот 10%. Пу-пу-пу. Ну, я чувствую, что он не дает нихера. Вот и тут, а тут даже как бы... Не, ну вот сейчас, в принципе, можно было бы рискнуть процентов. Вот эту штуку поставить, 35. Можно было рискнуть, потому что вот здесь остановилось. Скорее всего, он где-то сейчас здесь остановится. Должен остановиться, по крайней мере. Что, давайте рискнем, потому что как бы... Ну, хуй с тобой, давай рискнем. Да. Нормально. Фух. От тебя я и заберу. От тебя я как раз и заберу, ребят. Спасибо. Вот. Ну что, ладно, все. Я этот скинчик я вывожу. Все-таки окуп. 200 закинул, 4 забрал. То есть это окуп. Это хорошо. Главное быть, ребята, в окупе. В общем, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии. И, конечно же, участвуйте в розыгрышах, которые у меня проходят. Всем пока.